президент, а главное, Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию в числе журналистов и наш коллега. В Новый год с новым бюджетом глава государства подписал главный финансовый документ страны. Вслед за федеральным депутаты регионального парламента приняли доходы, расходы и дефицит окружного бюджета. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Глава государства провел большую пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 1400 журналистов. Это рекордное число. Ответы на вопросы слушал наш коллега Олег Хатанзейский. По сложившейся традиции президент подвел итоги года, после чего перешел к ответам на вопросы. В зале присутствовали как федеральные журналисты, в том числе кремлевский пул, так и представители регионов. Вопросы поступили самые разные, от серьезных, про политику или экономику, до курьезных, например, про конец света. Олег Хатанзейский расскажет подробнее. На этот раз пресс-конференция длилась чуть больше 3 часов, и за это время было задано около 40 вопросов. В основном, конечно, журналистами из федеральных СМИ. Но вот ключевым вопросом всего общения с президентом стал вопрос общественного телевидения России. Корреспондент затронул тему падения качества жизни простых людей. Ну, не секрет, что страна переживает экономические сложности, и в связи с этим оборотки населения, откровенно говоря, упали. С этим согласился Владимир Путин, он заявил об этом в начале пресс-конференции. Цены на продукты растут, тарифы на ЖКХ тоже, а вот зарплаты не увеличиваются, а даже наоборот. Президент сказал, что в следующем году тарифы на коммунальные услуги поднимутся в среднем еще на 4%, а вот что касается пенсий, то они непременно будут проиндексированы. В остальном особой конкретики не было. Затрагивалась на конференции и работа губернаторов. По мнению главы государства, главная задача региональных властей – выполнять перед своими жителями социальные обязательства. В том числе на эти цели. В следующем году федеральная казна субъектам страны выделит больше 300 миллиардов рублей. Сколько получит каждый, не уточнялось. Эти деньги также должны помочь выйти регионам из долговой ямы. Ведь в этом году многие субъекты взяли кредиты, в том числе Ненецкий округ. Ну и что касается кредитов, которые берут регионы, то Путин сказал, что они должны идти на первоочередные задачи, а не второстепенные. Деньги должны работать на создание инфраструктуры и появление новых рабочих мест. Теперь о бизнесе. Президент призвал региональные власти освободить начинающих ИП от налогов как минимум на 2 года. И тогда большинство предпринимателей смогут не только сохранить свое дело, но и развивать дальше. Затронули журналисты на пресс-конференции вопрос, связанный с повышением пенсионного возраста. Этого в ближайшее время не произойдет. А если и произойдет, то пенсионный возраст правительство страны повысит только для чиновников до 65 лет. Такая прозвучала цифра. Впрочем, переход будет постепенным. В остальном большинство вопросов касались экономики страны, борьбы с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине. Но стоит отметить вот что. Как только наши власти страны будут уверены, что в Египте обеспечена безопасность для наших граждан, то полеты в эту страну снова будут открыты. Олег Станзийский, телеканал «Север» из Москвы. Как было сказано ранее, много вопросов, поступивших главе государства в ходе пресс-конференции, касалось экономики страны. Накануне Владимир Путин подписал бюджет на 2016 год. В следующем году России предстоит жить в непростых финансовых условиях. В связи с этим бюджет государства был принят только на 1 год, впервые за последние 8 лет. Параметры, которые будут влиять на наполнение казны, остались теми же, что и планировалось. Однако финансирование социальных программ решено увеличить. По сравнению с первоначальной версткой доходов и расходов, подготовленной Минфином, после рассмотрения проекта бюджета в Госдуме была исправлена величина бюджетного кредитования российских регионов. Расходы по этому направлению серьезно выросли – со 140 миллиардов рублей до 310 миллиардов. Правом займов субъекты федерации смогут воспользоваться уже в январе-феврале, покрывая ими собственные дефициты бюджетов, а также финансируя ликвидацию последствий техногенных аварий и природных катаклизмов. Условия, на которых будут кредитоваться регионы, останутся жесткими. Им нельзя будет принимать на себя новые обязательства по расходам. Исключениями из этого правила станут лишь регионы, где доля федеральной финансовой помощи в доходах не превышает 10%. Дополнительное финансирование в 2016 году ожидает и социальную сферу. Деньги выделят на льготы инвалидам, а также российским семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Представители Госдумы сообщали, что все дополнительные миллиарды были найдены за счет сокращения неэффективных расходов федерального бюджета. У Ненецкого округа сегодня тоже появился бюджет на 2016 год. Депутаты окружного парламента приняли главный финансовый документ сразу во втором и третьем окончательном чтении. Бюджет Ненецкого округа по аналогии с федеральным бюджетом стал однолетним, поэтому и нацелен только на решение приоритетных задач развития региона в 2016 году.
Основные параметры бюджета Ненецкого округа в следующем году таковы. Доходы казны составят более 15,5 миллиардов рублей. По большей части доходы бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений. В 2016 году их доля по прогнозу составит 98,6% от общих доходов окружного бюджета – почти 15 миллиардов 360 миллионов рублей. Более 10 миллиардов из них – налоговые поступления. Самое крупное – это налог на имущество организации – 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Налог на прибыль организаций – более 2 миллиардов 522 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц – 1 миллиард 330 миллионов рублей. Налог на прибыль организации при выполнении соглашения о разделе продукции – чуть больше 623 миллионов рублей. Объем неналоговых поступлений составляет более 5 миллиардов 200 миллионов. Здесь учтены платежи на социально-экономическое развитие – это 372 миллиона рублей. И доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Хорягинское месторождение» – это 4 миллиарда 818,5 миллионов рублей, также прочие неналоговые поступления. Также в доходах учтены безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета – 214,5 миллионов. Расходы запланированы на уровне 18 миллиардов 644 миллиона. Начиная с 2016 года окружной бюджет формируется в программном формате. Доля расходов окружного бюджета в рамках государственных программ составит 97,7%. В проекте бюджета на следующий год учтены ассигнования на реализацию 25 госпрограмм. По словам главного финансиста региона Татьяны Логвиненко, в следующем году по сравнению с годом текущим распределение ассигнований по разделам в процентном отношении к общим расходам не изменилось. Наибольший удельный вес составляют расходы по образованию – почти 5 миллиардов рублей, или 26% от общих расходов бюджета. Расходы в области национальной экономики составят более 3 миллиардов 800 миллионов рублей, или 20,5% от всех расходов казны. На социальную политику направят более 2 миллиардов 500 миллионов рублей, более 13% бюджета. По словам Татьяны Логвиненко, в 2016 году перечень мер социальной поддержки не уменьшен. Учтена и обязательная индексация выплат отдельным категориям граждан на 4% с 1 сентября следующего года. Более 2 миллиардов составит бюджет сферы жилищно-коммунального хозяйства. Более 1 900 000 000 направят на здравоохранение. Несмотря на непростые экономические времена, в следующем году округ выполнит все взятые на себя обязательства, отметил председатель собрания депутатов Ненецкого округа Анатолий Мяндин. В бюджете следующего года запланированы средства на строительство жилья, дорог, объектов инфраструктуры и социальной сферы, в том числе ФАПов на селе, нового здания взрослой поликлиники и пристройки к окружной больнице. Будет продолжено строительство детских садов и школ, как на селе, так и в городе. В частности, в городе запланировано проектирование и начало строительства двух детских садов, каждый по 220 мест, на улице Авиаторов и по улице Ленина. И строительство нового здания школы номер 3 на 700 мест, это по улице Авиаторов. В поселке Искателей также предусмотрены средства на проектирование и начало строительства детского садика на 220 мест и нового здания школы на 800 мест. В 2016 году будет продолжена бюджетная поддержка предприятий-производителей товаров и услуг. В разрезе расходов на национальную экономику более 2 миллиардов направят на предоставление субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации товаров, работ и услуг. Ассигнования на поддержку некоммерческих организаций по сравнению с текущим годом учтены в размере 98 миллионов рублей, что на 22 миллиона больше. 1 миллиард 269 миллионов рублей предусмотрены на содержание органов власти. Это на 37 миллионов меньше, чем в текущем году. С 1 января 2016 года учтено сокращение оплаты труда государственных гражданских служащих, среднее снижение фонда на 6,3-6,6% и лиц, не относящихся к государственной гражданской службе, на 7%. Кроме того, в расходах предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников госучреждений Ненецкого округа в целях реализации майских указов президента в общей сумме 145 миллионов рублей. При исполнении всех взятых на себя обязательств бюджет Ненецкого округа ждет дефицит. Он составит 3 миллиарда 71 миллион рублей или 20% от общего годового объема бюджета, без учета безвозмездных поступлений. Доходы окружного бюджета в следующем году по сравнению с текущим годом снизились более чем на 400 миллионов рублей. Расходы уменьшились на 1 миллиард 30 миллионов и определены, исходя из прогнозируемых доходов и предельного размера дефицита. Источниками финансирования дефицита окружного бюджета на 2016 год определены кредиты кредитных организаций в сумме 2 миллиарда 300 рублей или привлечение 4 миллиарда 300
миллионов рублей, гашение 2 миллиарда рублей. Изменение остатков на счетах окружного бюджета в сумме 767,3 миллиона рублей. Возврат бюджетных кредитов юридическими лицами в сумме 3,8 миллиона рублей. Объем государственного долга на 1 января 2017 года прогнозируется в размере 4 миллиардов 300 миллионов рублей, что составляет 28% от предельно допустимого размера. На обслуживание госдолга в следующем году при условии выборки кредитов в полном объеме в начале года потребуется более 620 миллионов рублей. Кроме кредитов, в источниках также учтена предельная сумма бюджетных кредитов, которые предоставляются федеральным казначейством из федерального бюджета на выполнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов России в размере 1 миллиард 281 миллион с условием погашения в том же финансовом году. Законопроект о главном финансовом документе региона приняли во втором и третьем окончательном чтениях. В завершении заключительной в этом году сессии глава региона охарактеризовал экономическую ситуацию в округе и в стране в целом как очень сложную. Это и меняющийся курс доллара, и цены на нефть, и структурная перестройка экономики. Главное, я считаю, это сохранение стабильности в нашем округе, сохранение социальных гарантий и экономического роста. И поверьте мне, ситуация у нас в округе одна из самых благоприятных в стране. В других регионах сегодня посложнее. Но чтобы это сохранить, нам всем необходимо приложить конкретные усилия. Подчеркиваю, сегодняшняя стоимость барреля больше не обеспечивает нашу стабильность. Наша стабильность – это реализация конкретных предложений, наш общий эффективный труд. Глава региона призвал коллег оставить личные политические амбиции в угоду абстрактным лозунгам и объединиться вокруг главного. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, телеканал «Север». Учреждения сферы здравоохранения региона начали проверять на предмет пожарной безопасности. Учебное возгорание сегодня произошло в Нарьян-Маре в одном из медучреждений. Против наркотиков и террора меры безопасности в период проведения новогодних праздников будут усилены. МЧС России призвало регионы проверить объекты здравоохранения на предмет пожарной безопасности. Поводом стала трагедия в Воронеже. При пожаре в психоневрологическом интернате там погибли 23 человека. Поручения министерства уже начали исполнять в Ненецком округе. За ходом учений наблюдал наш корреспондент Валентина Чибичек. На втором этаже старого здания Ненецкой окружной больницы началось возгорание. Огонь быстро распространяется по кабинетам и коридорам. Строение деревянное и ветхое. В таких условиях пожарным нужно действовать максимально быстро. Параллельно с тушением огня пожарные осматривают комнаты и кабинеты. В них могут находиться больные или персонал. Это всего лишь учение, но ответственность ситуации не меньшая. После пожара в психоневрологическом интернате в Воронежской области 13 учреждений здравоохранения округа пройдут проверку на готовность персонала к предотвращению пожаров и эвакуации людей. Значит, готовность к эвакуации больных у нас была, больные были готовы к эвакуации. Но на сегодняшний день в инфекционном отделении более 30 человек, да, больные детишки, сейчас минус 15, ветер. Поэтому мы с сотрудниками МЧС приняли решение о том, что мы их беспокоить сейчас не будем. Проверки знаний пожарной безопасности проходят у нас регулярно по соответствующему графику. Вот. Сами такие тренировочные занятия проходят обычно два раза в год. Административное здание с инфекционным блоком выбрали не случайно. Оно считается самым сложным с точки зрения пожаротушения. Ветхое строение имеет множество пустот. Они приводят к скрытому распространению огня и обильному дымовыделению. Это создает дополнительную опасность для пациентов и персонала. Спасатели первой пожарной спасательной части, прибывшие на объект, учитывали все особенности. Как руководитель учения я сейчас, скажем так, отмечаю, что в принципе действовали все более-менее нормально. Единственное, понятное дело, шероховатости всякие есть. Мы сейчас это дело все обсудим. Значит, разбор будет проводиться как с личным составом пожарной охраны, так и с персоналом окружной больницы. Вслед за Ненецкой окружной больницей учения с привлечением пожарно-спасательной службы пройдут в доме ребенка, пустозерском доме-интернате, комплексном центре социального обслуживания, в сельских населенных пунктах. К учениям привлекут посты пожарной охраны. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».
В Ненецком округе меры безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будут усилены. Такое решение приняли участники заседания антитеррористической комиссии под председательством главы региона. Также руководители правоохранительных структур, органов власти региона подвели итоги работы по профилактике угроз экстремистской направленности и межнациональной розни среди молодежи, пресечению и расследованию преступлений экстремистской направленности в 2015 году. В школах и профессиональных образовательных организациях проведены специальные мероприятия. Также проводятся уроки по изучению мировых религиозных культур, основам светской этики и православной культуры. В Департаменте региональной политики НАО открыта горячая линия по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Ненецком округе. Межведомственное взаимодействие по пресечению и профилактике наркопреступлений обсудили члены антинаркотической комиссии. Отдельное внимание в ходе совещания уделили вопросам совершенствования системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, наркологической медпомощи и реабилитации больных наркоманией. С начала учебного года в образовательных учреждениях региона проводились добровольное тестирование и медосмотр, направленное на раннее выявление употребления наркотиков и психотропных веществ. Тестирование прошли 440 учащихся. В ходе призывной кампании порядка 600 человек также были обследованы на предмет употребления наркотиков. В рамках реализации государственной программы развития здравоохранения Ненецкого округа в школах проводятся уроки по профилактике приема наркотиков и алкоголя. Работа по лечению и реабилитации больных наркоманий проводится на базе психиатрического отделения Ненецкой окружной больницы. С 2016 года в больнице вводится должность специалиста по социальной работе в целях оказания услуг по медико-социальной реабилитации. В столицу Ненецкого округа приехали представители российских СМИ. Журналисты попробовали туристические продукты региона, чтобы рассказать о них на большой земле. Российские средства массовой информации расскажут о туристических продуктах Ненецкого округа. Для этого представители СМИ приехали в столицу региона. Они побывали в тех местах, которые на данный момент предложено посетить туристам. По предварительным оценкам, уже в новогодние каникулы в Нарьян-Мар приедут от 30 до 40 человек из других регионов и стран мира. Показать наш регион и привлечь туристов с большой земли – на это направлен рекламно-информационный тур для представителей средств массовой информации «Открой свою Арктику». В его рамках гости региона смогли увидеть то, что в скором времени планируется представить туристическим группам, которые в новогодние праздники должны посетить Ненецкий округ. Это и стойбище оленеводов, и экскурсии по заполярной столице и музею, путешествия на снегоходах. Но это только малая часть того, что может предложить наш регион любителям необычного отдыха. Туристско-рекреационный комплекс Ненецкого автономного округа открывает возможности для развития различных видов туризма. Наиболее востребованными являются тур-программы и маршруты по таким видам туризма, как природно-экологический, охота и рыбалка, экстремальный, активный, культурно-познавательный, детско-юношеский, этнографический и другие. Чтобы привлечь туристов в наш округ, необходимо рассказать об отдыхе на краю земли. Именно для этого и проведен тур для представителей журналов и интернет-порталов. Результат – это более полная информация, в том числе и видеоконтент, который расскажет и покажет, каково это побывать в оленеводческом чуме, путешествовать по бескрайним просторам тундры. В рамках брифинга с журналистами, гостями региона стало известно о новом видеоролике, который совсем скоро смогут увидеть жители всего земного шара. В этом ролике будет Нарьян-Мар, будет тундра, будет шаман Коля, который идет по тундре сквозь там снежную пургу, идет к чуму, открывает чум, а там оказывается бразильский фестиваль. И этот ролик будет крутиться на всех официальных интернет-ресурсах Олимпийского комитета России и в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которая случится в августе. С путешествиями и туристическими маршрутами, которые может предложить наш регион, смогут познакомиться и пользователи интернет-портала «Моя планета», а также читатели бортового журнала «Люди летают». Алена Валеева, Вадим Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее информация от наших синоптиков.